Всем привет, кто смотрит мои видео. Сегодня на обзоре у нас мельница. Снимаю ее второй раз. Хочу показать небольшое, как сказать, для мельницы обязательные доработки. Вот она так выглядит. Здесь вырезали дырку, чтобы на мотор воздух хорошо заходил. А то небольшие дырки, получается, задует, а выдуть некуда им. Вот. Крышку сами еще сделали. Вот открываем. Вот открываем. Как у нас внутри? Провод удлинили. В общем. Как у нас внутри? Что у нас внутри? Внутри у нас стоят магниты. Не один, пару штук. Вот они. Вот. Здесь лючок. Сейчас откручу. Опа, открывается. Засыпется зерно. Ближе с него. Сейчас открою зерно. Ну вот он открылся. Закрылся. Вот с этой стороны люк открывается. Откручивается, открывается, закручивается, чтобы назад не закрылся от дребезжания. Вот. Это не рекламный ход, а чисто обозрение. Какая у нас мельница своя домашняя. Так, что буду молоть? Вот зерно с кукурузой. Вот такую буду молоть. Ну что, сейчас всыпаю сюда. Сюда засыпаем. Буду включать, как она идет. Так, что здесь? Вот как у нас. Ух, не видно. Сюда насыпется она. Сделали, получается, без резинки, оно сюда выбрасывает. С резинкой не так оно все сюда сыпется. Немножко, в принципе, то сюда вылетая. Но ничего страшного. Вот. В общем, берем, включаем. Вот, включаем. Так. Лючок закрыт. Берем, высыпаем. Посыпаю одной рукой, неудобно. Вот, сыпали. Так, открываем ручку. Так, открыл. Включаю. Ой, это очень сильно. Ручку. Вот так вот молоти. Вот еще приоткрою. Когда ножи плохие становятся, тогда подбивает и плохо молотит. Мы стараемся ножи почаще менять. Нож крутится вот так, в таком направлении. Не лежать, когда все холодно. Она даже видна по контуру. Кольца открыл. Пускай тянет зерно. Мотор работает налегке. Вот уже начинает запыливаться меня. Камера. Вот как молотит. Почти уже затянуло все. Сейчас намолю и отключу.
конечно, очень сильно от нее. Но главное, что выполняет свои функции. Гудит, конечно, очень сильно. Обороты мотора получаются сумасшедшие, очень большие. Поэтому такой вой страшный. Вот, особенно если когда поставишь новый нож, так вообще оно. Но лучше молотит. Ну, вой тогда тоже. Вот такая у нас домашняя мельница. Что кому непонятно, пишите в комментариях, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Спасибо за просмотр. До свидания.